Привет! Вот для чего нужен вертикальный отпариватель? Ну, конечно, не для того, чтобы ухаживать, например, за такой одеждой, как поло. Возможно, для одежды достаточно дорогой, которая, опять же, требует максимально бережного ухода и которую, возможно, нельзя гладить. В общем, вертикальный отпариватель – это вещь, в некоторых случаях, незаменимая. Эта модель Polaris, о которой я буду рассказывать, она создавалась под контролем швейцарских специалистов, швейцарских инженеров, что, на мой взгляд, делает ее еще интересней. Давайте скорее посмотрим, что же там внутри в коробке. Ну, я, пожалуй, не буду строить из себя человека, который досконально знает все про бережный уход за одеждой с помощью такого вот вертикального отпаривателя. Но главные вещи я про него расскажу. Смотрите, здесь достаточно большой резервуар для воды, 2-литровый, и при этом отпариватель готов к работе всего за 30 секунд. Но это важно, экономия времени, кому-то нужно быстро-быстро и побежать куда-то. Дальше, здесь два режима ухода за одеждой. Более интенсивная подача пара и менее интенсивная подача пара, соответственно, что, в общем, логично, потому что разные вещи, это даже я понимаю, требуют разного ухода, разной интенсивности подачи пара. Дальше, здесь достаточно большая комплектация, такая хорошая, широкая. Если вам неудобно ухаживать за вещью, например, вот на вешалке, то можно использовать входящую в комплект поставки вот такую глазельную доску. Да, ну, всякие ситуации бывают. Есть также зажимы для брюк и для юбок. Кроме того, есть специальная насадка-щетка, которая позволяет одновременно и ухаживать с помощью пара. И, кроме того, может быть, убирать с вещей какой-то ворс, какие-то загрязнения, которые могут возникать. И также специальный аксессуар, приспособление для ухода за воротничками, карманами, вот эти все дела. Ну и чтобы достаточно быстро осуществлять уход за одеждой, здесь хорошая мощность, максимум 2200 ватт. И это в том числе обеспечивает хорошую интенсивность постоянной подачи пара до 50 грамм в минуту. Ну, еще, наверное, упомяну такой приятный аксессуар, как перчатка. Это безопасность, чтобы максимально удобно и безопасно было пользоваться отпаривателем. Вертикальный отпариватель Polaris. Осталось сделать правильный выбор.